19 тысяч южноуральских учителей получат доплату за классное руководство. Надбавка составит 5 тысяч рублей. Об этом в своем послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Новая мера соцподдержки заработает с сентября. Ее ждут особенно сельские педагоги. Очень удобно, как в старину. При школе жили учителя сельские, так и я живу при школе. Ольга Егорова работает учительницей в сельской школе. Живет здесь же, в пристрое. Учеников всего 9. Педагог получает меньше 20 тысяч рублей. И надбавка станет существенной помощью для женщины. Ну, у нас ставка 18 часов. Всего в классе 23 часа. И плюс внеурочные занятия по 5 часов. Вот отсюда складывается зарплата. И плюс стимулирующий, это у меня идет за категорию, за работу с неблагополучными семьями. Деньги на доплату учителям поступят из федерального бюджета. Также с 1 сентября младших школьников обеспечат бесплатным питанием.